Всем доброго времени суток. Продолжаю играть на playchess.com. И в битрейте, думаю, все уже привыкли. Е6. Сыграть c4. У черных есть возможность уйти в бинарный с переменной цвета, но нет, конь c6, и получается это вот табия, а возможно через разные порядки ходов, и dc. Здесь есть интересный ход ферзь a4, интересный ход конь e5, но я обычно бью. Что мне всегда кажется, что вот этот эндж после слон c5 конь d2 чуть-чуть в пользу белых. c3 принципиально, чтобы хотя бы испортить мне структуру. Но все-таки слон на g2 намного сильнее, чем слон на c8. Я пытаюсь основывать свою игру именно на этом. Не стал соперник играть c3, получил лишний полтемпа для развития, но зато теперь структура белых не повреждена. Конь e4 зависла на f2, могу пойти слон e3, слон e3, конь e3, не... А, если e5, то там конь e5. Конь f2, конь c6, конь d1, конь e7. Поэтому, видимо, можно так играть. Взяли, взяли. Да, если у черных нет хода e5, то не так легко развиться на c8. Я, видимо, хочу вернуть коня обратно. Придавить пункт e5, потом забросить одного из коней как раз таки на e5. Да, конь f6. Почему они хотят подразвиться, надо, как я говорил, попытаться придержать все эти поля. Там d7. Ну, наверное, могу сыграть конь e5. Двойного размена повесить на b7 и на d7, а если не меняться, то я могу взять два раза на c6. Черных не будет плохих фигур, но у меня будет немного лучше структура. Наверное, так и поступлю. Ну, тут надо как-то аккуратно распорядиться этой позиции, чтобы не выпустить соперника. Ладно, вроде бы как вот король f1 сильно плохим быть не может. Подвожу короля на e1 или на e2. Конь d5, есть ход e4, конь b6, конь e5, c5. Давайте попробуем. А конь b6, конь a5. Я сначала думал, что конь e5, но, видимо, конь a5 сильнее, потому что контролирую и поле c6, и поле b7. Другое дело, что у черных все равно нет особых проблем. Наверное. Ладно. Е2 опять же сильно плохим ходом быть не может, но такое ощущение, что черные начинают в некоторой степени раскручиваться. Попробую завести коня на b7. Попытаться завладеть хотя бы одной открытой линией. Я думаю, что вот, если сейчас мой соперник заберет на d1, сыграет c4 просто. Не совсем понятно, за чего я могу здесь рассчитывать на перевес. То есть чуть-чуть более активный король, но не более того. Дают поставить коня на d6 с шахом. Правда, это мне особо ничего не даст, потому что сыграю конь опять. Где c8? Принек хочет уже пойти c3. Да, есть такое ощущение, что черные полностью уравняли. Я c1 сделал, я c5 встретить путем b4. Так, король d7, может быть, небольшая неточность. Сейчас пешка на c4 повисла всерьез. Я возьму ладьей и возьму конь. Так. Конь b2. Ладья b4 есть ход. d1, да, видимо, белых ничего нет. Плюс очень мало времени. Пытаюсь ускориться.
особых иллюзий не питаю по поводу результата этой партии. Наверное, хочу уже 4 же 5. 12 секунд. Больших шансов мне не оставляет. Не против повторить позицию. Ну, это на самом деле мне достаточно сильно повезло. Всем спасибо за внимание и встретимся в следующем.